Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3. Урок 26. Вычисли, что ты замечаешь. Пример А. 530 прибавить 327. При сложении многозначных чисел в столбик записываем разряд под разрядом и начинаем сложение с разряда единиц. 0 плюс 7 будет 7. 3 плюс 2 будет 5. 5 плюс 3 будет 8. Ответ 857. 857 отнимем 530. 7 минус 0 будет 7. 5 минус 3 будет 2. 8 минус 5 будет 3. 327. Можно сделать такой вывод, что второй пример является проверкой правильности первого примера. Мы сложение проверили вычитанием. Если из суммы отнять первое слагаемое, то получится второе слагаемое. Пример Б. 416 плюс 102. Записали разряд под разрядом и начинаем сложение с разряда единиц. 6 плюс 2 будет 8. 1 плюс 0 будет 1, 4 плюс 1 будет 5. Ответ 518. От 518 отнимем 416, первое слагаемое. При вычитании записываем разряд под разрядом и начинаем вычитание с разряда единиц. 8 минус 6 равно 2. 1 минус 1 равно 0. 5 минус 4 равно 1. Получили 102. Можно заметить, что второй пример является проверкой правильности первого. В. 938 отнять 704. 8 минус 4 будет 4. Отнимаем десятки. 3 минус 0 будет 3. 9 минус 7 будет 2. Ответ 234. Добавим 234 к 704. 4 плюс 4 – 8. 0 плюс 3 – 3. 7 плюс 2 – 9. Получили 938. Можно заметить, что второй пример является проверкой правильности первого. Возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.